дочь Елена. Дети вырастают и улетают из гнезда. А нам с тобой приходится жизнь начинать заново. Мы еще молоды, у нас еще полно сил. Мы многое можем сделать. Это я тебе как врач говорю. Да хорошо было, если бы они улетали, оперившись. Мой-то вообще желторотый птенец. Надо ж такое учудить. Взял, бросил невесту. Связался с какой-то сомнительной девицей. Ой, боже мой, разве это поступки взрослого человека? Лена, речь идет о нас с тобой. А что? Я, мне ничего не нужно. У меня вот есть ты. И мне этого достаточно. А мне недостаточно. Нет. Давай поженимся. Ну что тебя сдержит? Ну сколько у нас осталось той жизни? Давай проживем это время счастливо, свободно, как люди. Нет, подожди секундочку. Ты же только что говорил, что мы молоды. У нас много сил, у нас вся жизнь впереди. Я отрекаюсь от своих слов. Мы старые и дряхлые. Нет, и у нас ничего нет впереди. Нет, и нам надо ценить каждое мгновение наше с тобой. Хорошо тебе говорить. Ты свободен. А мне каково? Ты же не любишь своего мужа. Ты любишь меня, да? Ты любишь меня? Я люблю тебя. Вот. Так что тебе мешает? Почему ты не можешь уйти от него? Но... Ты что-то скрываешь? Это же может как-то навредить ему. У него же такая должность. И потом... Подожди, ты знаешь, он болен? Да? Да. Я первый раз слышу об этом. И чем же он болен? Ну, у него бессонница, там нервы. Вообще, нервы. Он очень много курит, да. И плохо выглядит. Да, бессонница, нервы. Да. А кто этим не болен? Тем более человек, находящийся на такой работе, как твой муж. Ты знаешь, он брал у меня твой телефон, он, наверное, тебе скоро позвонит. О, прекрасно. Он мне позвонит, я его вылечу от всех болячек. И тебя уже ничего не будет связывать с таким здоровяком. Ты спокойно от него уйдешь. Обещай мне только, что ты мне расскажешь всю правду о его здоровье. Вот какой бы ужасной она ни была, ты все мне скажешь. Да. Обещаешь? Обещаю, обещаю. Только у меня такое чувство, что ты все-таки любишь его, а не меня. Нет, я люблю тебя. Я тебя очень люблю. Но просто он же мне тоже не чужой. Мы с ним прожили 20 лет. Мы с ним родственники на всю жизнь. Хочешь ты этого или нет? И хочу я этого или нет? Ты кого-то ждешь? Нет. Здравствуйте. Мне бы хотелось Семен Яковлевич. Это я. Очень приятно. Меня зовут Юрий Владимирович. Ваши координаты мне дали Сергей и Елена Мазаева. И вас рекомендовали как хорошего знающего врача. Ну да. Человек-то действительно знающий. Только я не понимаю, почему же вы не позвонили по телефону и не договорились со мной о встрече. К сожалению, я не могу вас принять. У меня другие пациенты. Вы меня извините, что вот именно домой, без звонка, но в клинику я никак не мог дозвониться. Ну, вы бы оставили свой телефон, я бы нашел вас. Понимаете, дело-то, собственно, сугубо конфиденциальное. Вообще, я бы хотел без всяких клиник, а ну, только на дому. Я понимаю. Значит так, приходите ко мне во вторник в 19:30. Я вас прошу... Мне бы хотелось, чтобы именно сегодня вы меня приняли. К сожалению, это невозможно. У меня пациент. Ну, поймите меня, я прошу настоятельно, чтобы именно сейчас. Дело такого свойства, вы поверьте, мне очень легко было этот визит к вам нанести. Извините, конечно. Ну, хорошо. Только вам придется подождать на общей кухне. Пока я освобожусь. Прошу вас. Ничего, ничего, ничего. Благодарю. Спасибо.
Боже мой, как я боюсь твоего соседа. Не волнуйся, это не сосед. Кто? Это пришел человек по рекомендации твоей и твоего мужа. Кто это? Некто Юрий Владимирович. О, ты знаешь, кто это, а? Нет, я не знаю, кто это. Это же муж моей лучшей подруги и друг Сергея. Ты представляешь, что будет, если он меня здесь увидит? Не волнуйся, он тебя не увидит, он сидит на кухне. Ты пройдешь незаметно. Хорошо, пойдем. Так значит, Сергей меня не обманывал, действительно брал телефон для Юрия. Ну, успокоилась? Теперь ты не волнуешься о здоровье своего мужа? Нет, я не волнуюсь. Но почему же он тогда так нервничает? Он все время курит. Он озабочен здоровьем своего друга. Пошли. Мать ходила к отцу Юлика и требовала, чтобы он повлиял на него. Мало того, она еще натравила на него участкового милиционера. Участкового? Угу. Ну, это она, конечно, перегнула палку. Но ты ведь ее тоже должна понять. Понять ее? Как можно понять человека, который стучит участковому? Она же беспокоится. Беспокоится за тебя, за твою судьбу. Все с вами понятно. Вы с ними заодно. Постой. Инна. Да все с вами ясно, дядя Сережа. Проходи. Спасибо. Садись в кресло, устраивайся удобно. Сейчас Надюшка придет. На, можешь посмотреть вот журналы. Ну, я не к Наде пришла. К вам. Ко мне? Ну что ж, очень хорошо. У меня сейчас есть как раз свободное время. Давай поговорим. Спасибо. Ну как ты? Какие у тебя впечатления от города? Самое большое впечатление – это встреча с вами. О, я уже, кажется, стал достопримечательностью. Может, для кого-то и нет. Я приехала в Москву только ради вас. Ради меня? Как это? Я вас люблю. Ага, я понял. Вы с Надюшкой решили меня разыграть. Ну что ж, очень смешно, но я на эту удочку не поддался. Никакой это не розыгрыш. И Надя тут ни при чем. Я вас люблю. С 6-го класса. С 6-го класса? Да, все девчонки мечтают, как они выйдут замуж. А я тоже мечтала. Но только я со своим мужем представляла вас. Илоночка, я женатый человек. Ну и что? Вы же с ней несчастны. Она же не дает вам настоящую любовь. А я дам. О, Галина Савельевна. Ну подождите, куда же вы? Ну давайте договорим. Мы еще не договорили. Галочка! А у нас Илона в гостях. Ранение-то было в 42-м. А я уж потом и женился. И дочь родил. Ей уже 18 лет. Все эти годы с женой жил. И вот на тебе. Ну, импотенция может вызвать целый букет причин. Тут и недолеченное ранение. Тут и чрезмерное употребление алкоголя, нервная ответственная работа. Кроме того, тут могут быть и причины психологического характера. Вот сделаем анализы и выясним. Угу. Ты будь с ней все-таки поделикатнее, понимаешь? Девчонка просто в шоке. Может, таких дров наломать. А ты же, наверное, знаешь, что это именно ты подослала к ней участкового милиционера. Ну, хорошо. А что мне делать? Ну, что мне делать? Что? Да черт! Ну, иди-ка сюда, иди ко мне. Я тебя успокою. Я тебя служу на время твой пыл. Испанночка ты моя. Ну, ты знаешь, я же
Я пытаюсь с ней говорить спокойно, но она же ничего не хочет слушать, поэтому мне приходится прибегать к таким методам. Это же все средства хороши. И потом, я же не хочу, чтобы моя дочь связалась свою судьбу с каким-то антисоветчиком. Я не удивлюсь, даже если он окажется какой-нибудь валютчик. Ну, хорошо, хорошо. Инна ведь сама пришла ко мне со своими проблемами. Теперь у меня развязаны руки. Я вполне могу поговорить с этим. Никогда не думала, что в нашей семье может быть такой раздор. Ну, мне кажется, для нашей семьи, а уж тем более для нашего времени, это нормально. Что нормально? Что нормально? Когда родители по одну сторону, а дети по другую, это нормально? Лен, невозможно нескольким поколениям плясать под одну и ту же дудку. Все вокруг изменяется, кроме наших родителей. Ну, это ужасно. Ну, не знаю, я не вижу теперь пути к примирению. Я не знаю, ты говоришь, все меняется. Может быть, и ты когда-то изменишься? Изменюсь. Ну вот. Но боюсь, что не в сторону родителей. Ну, слишком глубокая пропасть между нами пролегла. Да, или слишком черная кошка пробежала. Вообще, признаться, я этого не ожидала. Если бы мне 5 лет назад кто-нибудь сказал, что мы так прочно поссоримся, честное слово, Лена, я бы бросила в этого человека камнем. У меня до сих пор это в голове не укладывается. А теперь привыкла. Как можно к этому привыкнуть? Как? Извечная проблема. Отцы и дети. Не мы первые, не мы последние. Может быть, в других семьях это возможно, но только не в нашей. Ну, чем же это наша семья не такая, как все, Лен? Тебе тоже не стоит идеализировать наших родителей. Не такая. Я всегда так думала. Я сейчас так тоже считаю. Ленка, ну ты все-таки неисправимая идеалистка. Ну, что делать? Вот такая. Ну, пора повзрослеть и снять розовые очки. А я не хочу. Я хочу верить в хорошее, только в хорошее. Я считаю, что наша семья лучшая в мире. И всегда так считала, и в детстве тоже. Ну, я в детстве, Лена, тоже так считала. Но мы не дети. Наши родители самые лучшие. Наш папа самый сильный, самый добрый. Мама самая красивая, самая умная. У меня самая смешная и милая сестренка. А сестренка оказалась не смешная и не милая. Ну, перестань, ну, пожалуйста. У меня раскол ваш меня просто убивает. Я даже среди ночи просыпаюсь и думаю, за что на нас все это свалилось, за что? Ну, и относись к этому философски. Я относилась, хотя мне это было трудно. А сейчас, когда речь идет о тебе и о твоем ребенке... Вот именно, о моем ребенке. Хорошо, Сергей Никитич, я вынесу этот вопрос на заседание партактива. Ну что, на сегодня все? Ну, мы с тобой, Миша, сегодня неплохо поработали, можно и по домам. Слушай, я тебя хотел спросить одну штуку. Давай спрашивай. Как там у тебя продвигается дело с твоим братом? С каким братом? А, все, прости. Умолкаю. Вопросов нет. Нет его больше. То есть как нет? Пропал. Растворился. Не объявляется и не звонит. Ну и слава богу. Я же себе говорил, если потянуть резину, то он все поймет и исчезнет. Ха. Да, все он понял. В первую очередь то, что я его предал. Прекрати. Он требует от тебя совершить преступление. А какое он имеет на это право? Ты же его брат. Он же должен думать о тебе. А требовать такую большую жертву и подставлять под удар родного брата. Это, прости меня, знаешь, как называется? Свинство. Это я тебе как боевой товарищ говорю. Я думаю, что он все это понял и отступил в тень. Тяжело мне, Миша. Ясное дело, что тяжело. Вот тут у меня тяжело. Ладно, ладно, не принимай все так близко к сердцу. Знаешь, инфаркт можно схлопотать. Мы с тобой уже не мальчики, у нас возраст. А поступил ты, по-моему, правильно. Тут правильно, правильно. Что за слово «правильно»? В нем есть смысл. Ну ладно, не мудрствуй. Тут душу растеребишь себе. Лучше выпей и успокойся. Давай, держись.
все-таки не представляешь, какая это ответственность. Лен, я уже устала от этих общих слов о материнстве. Я знаю, что ребенок — это большая ответственность. Леночка, но я не ребенок, мне не 17 лет, а 30. Но все равно, ну ты многого не понимаешь. Женщины, у которых нет детей, они представляют себе материнство несколько иначе, чем это на самом деле. А женщина, родившая, она, ну, она смотрит на мир другими глазами. У нее как будто новый клапан открывается. И ты туда же, да? Ты пожалеешь потом, что ты не обратилась за помощью к родителям. Что ты не сообщила им это радостное известие о своей беременности. Что ты вообще прошла этот путь без них. Возможно. Ну, значит, я позвоню родителям, когда у меня откроется этот клапан, и я посмотрю на мир другими глазами. А зачем ждать? Зачем? Родители могут тебе серьезно помочь сейчас. Не только материально, но и, что не менее важно, морально. Потом, ну что ж ты забываешь? Они же не вечные. Стоп. А вот это уже спекуляция. Просто мне вас так жалко. И вас, и себя. Ой, ну себя-то почему? Не знаю, я так вас люблю. Лен, ну я столько лет жила без них, и сейчас не пропаду. Ну так родители же существуют не для того, чтобы им постоянно доказывать, что ты можешь прожить без них. А для чего, Лена, существуют родители? Родители существуют... Да. Я не знаю. А я знаю, Лен. Зачем, чтобы любить и прощать? Особенно, когда прощать-то не за что. Так это же можно сказать и о детях. Но я же не разыгрываю себя смертельно обиженную. Ну так ты позвони им, а? Я не буду им звонить категорически, ты меня поняла? Зачем мне это надо? Но они могут тебе помочь. Помощь от них никогда, даже мне не заикайся об этом. Ну, а от нас ты можешь принять помощь? Смотря какую. Мы с Сережей хотели дать тебе немножко денег. Это для малыша, для тебя и для Кости. Это чьи деньги? Наши. Это они тебя подсунули? Нет. Отец? Нет. Им совесть спать мешает, да? Они этими деньгами себе снотворные покупают. Зачем ты так? Это наши деньги. Пожалуйста, возьми. Возьми, пожалуйста. Честно? Честно. Пожалуйста. Спасибо большое. Да, отказываться от денег у меня сейчас как-то не очень получается. Но я тебя предупреждаю. Я беру только в долг. Разбогатею, сразу верну. Конечно, конечно. Хочу купить Косте удобную кровать инвалидную. Очень хорошо. Слушай, я так боялась, что ты не возьмешь. Мне просто сейчас гора с плеч. Ну ладно, ладно, мне пора. Сейчас должен прийти профессор смотреть Костю. Ага. Ну хорошо, все, пока. Давай, я тебя провожу. Угу. Может быть, сделаем эксгумацию останков, где похоронен Завьялов? Зачем? Ну, чтобы узнать, похоронен там или нет. Если мы найдем останки, значит, мы идем по ложному следу. Долго. Потом могила братская. Там же лежит 50 человек. Все свалены в кучу. Кости перепутаны. На 100% даже не узнаешь, Завьялов это или нет. Нет, а потом проделать кучу работ для того, чтобы понять, что идешь по ложному пути, не годится. А какие у тебя будут предложения? Есть план какой-то? Что нам делать? Ну что, я думаю, вот если сличить фотографии от Завьялова и всех иностранцев, которые приехали в страну, предположим, легально, ну, за последние полгода. Вот шансов мало, но иного пути я просто не вижу. Вряд ли агент приехал легально, поэтому шансы минимальные. Подожди, а почему нет? А? Может быть, может. Откуда мы знаем, что у них там в голове? Ага. Тут надо проверить все. Юрий Рейтман? Да. С кем имею честь? Войти можно? Ну, проходите. Спасибо. Я генерал Назаев. Здравствуйте. Здравствуйте. А чем заслужил визит столь высокопоставленного гостя? Разговор есть. У меня, к сожалению, не так много времени. Вы говорите, я слушаю. Ну, мое дело много времени у вас не займет, если вы поймете все правильно. Постараюсь.
Оставьте Инну Гаврюшину в покое. Иначе... А. Вот вы по какому делу. Ты понял, что я сказал? Не совсем. Что непонятно? Вы не договорили. Что иначе? Выкиньте меня из квартиры? В тюрьму посадите? Или закопайте живьем? Ну, зачем же мне все эти хлопоты? Я тебя просто удавлю своими собственными руками. Да кто вы такой? Какое ваше дело? Или вы на побегушках у папочки ГБшника? Это не твое дело. Пойми. Инна, родной мне человек. Она, можно сказать, выросла у меня на руках. Но и мне она тоже теперь родной человек. Ты что, спишь с ней? Это не ваше дело. Отвечай. Да я не боюсь вас. Ты любишь ее? Я не обязан вам отвечать. Так вот, если любишь, ради нее самой оставь ее в покое. А сам катись в пропасть. Если тебе так хочется, это твое дело. Но ее ты пожалей. Это я тебя как мужика прошу. Пойми, эта девчонка дорога мне. Если ты не пожалеешь ее, пожалеть придется тебе. Наконец-то! Я уже, между прочим, здесь 2 часа кукую. Вы? Отоварились. Столько продуктов. Интересно, где вы это все достали? Почему вы? Зачем вы? Что вам нужно? Соскучиться. Вы что, не в своем уме? Я просто решил вас навестить. Да, но я не приглашала вас в гости. А я в гости и не набиваю. Ну, если вы не набиваете, тогда пропустите меня, я пройду. Нет. Не сейчас. Мы назначим вам лекарство. Дадим комплекс реабилитационных упражнений. Но, к сожалению, в лучшем случае вы сможете только садиться на постели. Подождите, профессор, может быть, возможно, какая-то операция? Увы. Операция здесь не поможет. То есть вы хотите сказать, что нет никакой надежды? Сожалею, но надеяться можно только на чудо. Спасибо. Значит, мы будем ждать чуда. Послушайте, может быть, вы маньяк, я закричу. Ну, это... Вам это будет совершенно неинтересно. Что вы такое говорите, а? Чего вы хотите? Я не понимаю. Вы понимаете, что я тороплюсь? Я спешу. А вы не торопитесь. Ваш муж ведь еще на работе. На работе? Что вы хотите? А в следующий раз я приду, когда он будет дома. И, может быть, прямо на работу к нему скажу. Как на работу? Что вам нужно? Немного. 1000 рублей. Как 1000 рублей? Это с какой стати? Ну как же? 1000 рублей? Такая красивая, кругленькая сумма. Если бы она у меня была, мне не надо было бы идти к вашему мужу на работу. А так я пойду. Пойду. Я не могу этого так оставить, чтобы какие-то там еврейчики или подлые врачи-убийцы пользовали жен красных командиров. А, так вот оно в чем дело. Это шантаж. Хм. Ну, это уж не такая большая цена за
счастье с мужем и покой. Какая-то там тысяча. С одной стороны, конечно, это не 900. Но с другой стороны, это и не 2000. Да, но понимаете, у меня таких денег нет. Продайте что-нибудь. Пальтишко, например. Или подсвечничек. Можно продать кольцо. Или сережки. Или одолжите. У друзей мужа, например. Или у того же самого еврейчика. Как вам не стыдно? Я вас не тороплю. Совсем наоборот. Как сможете, так сможете. Даю вам 3 дня. 3 дня? Вы что, вы с ума сошли? 3 дня. 3 дня. Результат анализом дают мне право сделать вывод, что причина вашей болезни носит психологический характер. Ну, это понятно. Кроме того, болезнь осложняется нездоровым образом жизни. Злоупотребление алкоголем, никотином, нерациональное питание, вымываются витамины из организма. И вообще общая ослабленность нервной системы. Но это все поправимо. Кроме того, в результате обследования выяснилось одно очень серьезное обстоятельство, которое мне страшно интересно с чисто научной точки зрения. У меня рак? Да что вы? Да нет, нет, это не смертельно. И потом, я думаю, что в вашем возрасте для вас это не имеет значения. Но вы же не озабочены обзаведением потомства. А в чем дело? А почему здесь потомство? У меня дочка есть, 18 лет. Здоровый человек. Никогда, между прочим, ничем не болела. Никогда. У вас приемный ребенок. Кто приемный? Инка приемная. А... Ах, да, ой. Извините, я что-то перепутал. Да нет, извините, вы можете перепутать так и диагноз мой. Откуда такие сведения? Ну, я же прошу прощения еще раз. Но просто я вас перепутал с другим пациентом. Ну, память подвела. Да вы так можете забыть мой диагноз и как, подложить мне чужой какой-нибудь. Забыть там, анализы или название лекарств. Понимаете, в чем дело? Если у вас в голове вот такое происходит, как вы людей лечите? Ну, я прошу вас, успокойтесь. И потом вам волноваться из-за всякой ерунды тоже вредно. Да как это ерунда? Понимаете, вас мне советовали как знающего врача. Я к вам обратился. Пришел как дурак, всю подноготную свою рассказал. Вы меня подводите. Я прошу вас, успокойтесь. Нет, а ну дурацкие вопросы-то идут. Я задал дурацкий вопрос только потому, что был уверен, что у вас приемный ребенок. Так я не понимаю, а почему вы так решили-то? Вы бесплодны. То есть... Я бесплоден, это что значит? Это значит, что вы не способны зачать ребенка. Это же бред просто. Это надо было видеть. Я стоял вот там около пианино, а он уселся вот здесь, посреди комнаты, закурил и сказал мне, что задушит. Нет, не задушит, он удавит, что он удавит меня собственными руками. Прости, пожалуйста, но я думала, что дядя Сережа мой друг. Это же я ему все рассказала. Что ты ему рассказала? Все. И про то, что мы любим друг друга. И про то, что моя мама ходила к твоему отцу. Ой, и про участкового. Все. Кто он такой вообще, дед Сережа? Он на меня так искренне смотрел, что я подумал, что он действительно меня сейчас задушит. Серьезно? Абсолютно. И мне пришлось собраться с духом, чтобы не показать, что я испугался. Так он тебя испугал, да? Да нисколько он меня не испугал. Но он так убедительно говорил, что я испугался. Они, по-моему, все с ума посходили. Я не понимаю, неужели они сами никогда не влюблялись? Дядя Сережа, их! Я его так любила. Любила? А я так подумал, что между вами что-то есть. Ты знаешь, я даже в какой-то момент посмотрел на него, и мне показалось, что он просто влюблен в тебя. Ничего подобного, у нас вообще совершенно другие отношения. Какие? Ну, я люблю его как друга, понимаешь, как старшего друга.
Откуда он вообще взялся-то, а? Лучший друг моего отца. А его жена лучшая подруга моей матери, представляешь? Мы дружим с семьями. Значит, ко мне приходил лучший друг ГБшника? Ну, хорошо. Вот тогда такой вопрос. А возможно, что я вначале зачал своего ребенка, но уж потом стал бесплоден. Вы же сами говорите, там нервы, табак, виски и так далее. В данном случае это не имеет значения. Мы с вами говорим об импотенции, а не бесплодии. Да-да-да. Импотенция и бесплодие – это разные вещи. Вы обратились ко мне по поводу импотенции. В ходе обследования выяснилось, что вы бесплодны, стерильны, и что это врожденно. Но я хочу вам напомнить, что это не предмет вашего обращения ко мне. А меня сейчас предмет не интересует. А вот это вот бесплодие, как вы говорите, врожденное бесплодие, этого не может быть. Вы меня понимаете? Нет, не понимаю. Я не понимаю, как может не быть того, что есть, и что подтверждено анализом. А это ошибка. Нет, вы перепроверьте еще раз. Вы же сами говорите, что путаете. К сожалению, тут не может быть ошибки. Такой анализ, как ваш, был один. Другого биоматериала, кроме вашего, просто не было в лаборатории. Его не с чем было перепутать. Я не верю. Я не верю. Тогда все очень просто. Вы обращаетесь к другому врачу, и тогда ошибка исключается. Да хоть 100 врачей. Я вам сказал, что Инна дочь моя. Моя дочь. А мама меня заставляет встречаться со Славиком Павловским. Просто замучила уже. Ну, а почему нет? Для разнообразия. Он такой пухленький, рассудительный, правильный. Знаешь, он мне как-то не очень нравится. Он какой-то рыхлый. Да перестань, он симпатичный. Я же не про внешность говорю. Он, знаешь, внутри какой-то рыхлый. Вот, когда я с ним встречаюсь, у меня такое ощущение, будто меня опутали какой-то ватой. Какой ватой? Такой, что бежать от него хочется поскорее. Чтобы мир вокруг меня снова как можно быстрее восстановился в своих красках, запахах и звуках. Ну, он очень нормальный парень. Угу, нормальный. Вот, знаешь, бывает аллергия на людей. Вот у меня на него аллергия. Ну, мы же творческой натуры. Мы бережем свою девственность. Мы чешемся от общения со Славиком Павловским. Здесь дело вовсе не в артистической натуре, Илон. Просто-напросто я все еще люблю Марлена, поэтому всех сравниваю с ним. Нужно на вещи смотреть проще. Вот ты спала со Славиком? Нет, ты что? Почему? Ну как ты? Ну зачем, Илон? Переспи. Тебя обволакивает ватой, потому что ты не вошла еще в азарт, не втянулась в отношения с ним. Как только ты это сделаешь, ты забудешь про своего Марлена. Ну, это ненормальное. Я и Марлену-то отказала, хотя люблю его. А чтобы с этим? Нет, я... Ты со своей непорочностью носишься как с бесценным даром. Это стало твоим образом жизни. У меня такое чувство складывается, что ты, наверное, в трамвай тоже едешь с каким-то особенным выражением лица. Издевайся, издевайся. Я не издеваюсь, но посмеиваюсь. Я тебе говорю на полном серьезе. Пока ты будешь так относиться к своей непорочности, у тебя ничего не получится. Тебе будет легче общаться с мужчинами, когда ты расстанешься с этим. Нет, делом. Я-то как раз считаю, что это наоборот внесет только еще больше осложнений в мою жизнь. Тебя просто запугала твоя мамочка. Ты, наверное, и жить боишься. Ну, переспи хотя бы с Марленом. Заодно отбила бы его у этой девицы. Я не понимаю, какая разница, чья я сестра? Ну, если ты не понимаешь таких простых, естественных вещей, тогда какой вообще может быть разговор? Подожди, я что-то не понимаю. Я вообще не понимаю, что случилось. Ты любишь меня, я люблю тебя. Не это ли главное? А просто все остальное ерунда. Если я что-то сделала не так, прости меня. Как все просто. Мы со своим братцем
манипулировали мной за моей спиной и врали. Ты каждый вечер врала мне. Где гарантия, что ты не будешь врать мне всю жизнь, а? Да что я сказала? Что мой брат летчик, что он служит на Дальнем Востоке? Да что же в этом такого? Да я просто дура была. Ну, врала. Я ведь не знала, что ты не окажешься случайным знакомым, что я полюблю тебя, что ты станешь близким для меня человеком. Неувязочка. Я никогда не был для тебя случайным знакомым. Все это с самого начала было подстроено тобой и твоим братцем. Что подстроено? То, что мы полюбим друг друга, разве это можно подстроить? Ты хочешь сказать, что любишь меня, да? Ну, в сотый раз тебе повторяю. Я люблю тебя. Зачем ты мне врала? Я не врала. Ну, не врала же я тебе. Ну, просто... Это просто глупая болтовня. Значит, привычка врать у тебя в крови. Да какое же это вранье, а? Боже мой, вранье же это когда с выгодой. А тут мне какая выгода? То, что я оказалась сестрой Коли. Разве что-то изменилось? Я же осталась прежней, такой же, как и есть. Я люблю тебя. Я больше не верю тебе. Я с детства не люблю вранья. Мой отчим всегда врал моей матери и до сих пор врет. Не хочу, чтобы мои отношения с женой были построены на лжи. Все, между нами все кончено. Прощай. Ничего. Побесишься и вернешься. Он никогда не вернется. Слишком поздно, Илон. Да ничего не поздно, все это ерунда. Это можно сделать в два счета. А потом я бы еще посмотрела, оставаться с Марлен или пойти к Славику. Ну, ты действительно считаешь, что Марлена еще можно вернуть? Конечно. Но скажи ему, что ты его хочешь безумно. И он побежит за тобой на край света. Вот ты знаешь, мне почему-то кажется, что он меня тоже не разлюбил. Конечно. Бери быка за рога. Ну, посмотри на себя. Ты красивая, танцовщица из хорошей семьи. А эта девка. Да он живет с ней только потому, что она с ним спит. И все. Когда он узнает тебя, он поймет, что к чему. Тут простая арифметика. Не знаю, мне кажется, мне не получится. Я ничего не умею. Я тебя научу. Ну, давай. Ну, давай, расскажи мне тогда, как это все делается. Ну, вот с чего мне начать? Берешь его за уши и падаешь с ним в кровать. А он падает на тебя. Боже. Ну, ты в кино видела? Да, и тут будет мама. Что мне делать, когда она узнает? Слушай, давай убьем твою маму. Спокойно. Я пошутила. Ну и что же нам скажет мама? Мама? Не знаю, на улице, наверное, прогонит. Да. А кем же она будет тогда командовать? Нет, если ты постоянно будешь слушать свою маму, ты навсегда останешься старой девой. О, нет. Только нет. Я не знаю, мне надо решиться. Решайся быстрее, а то поздно будет. Хорошо, я согласна. Делать нечего. Нужно заплатить ему деньги. Я не могу допустить, чтобы наши отношения раскрылись вот таким позорным образом. Да а... я задушу эту гниду прямо сейчас своими руками. Где эта паскуда? Перестань. Если мы ему заплатим хоть один раз, он поймет, что мы испугались. И будет постоянно дергать нас за ниточки страха. А ты предлагаешь, чтобы он все рассказал Сергею, да? Нет, я предлагаю его убить. Ой, ну это очень смешно, конечно. Ну, не смешнее, чем дать ему деньги, чтобы он шантажировал нас потом до конца наших дней. Учти, 1000 тут не отделаешься. Ну ведь другого выхода нет. Ну что, что, скажи? Есть. Какой? Есть прекрасный выход. Ну? Замечательный выход. Ну ладно, ну что ты, ну говори уже. Ну надо выбить у него почву из-под ног. Каким образом? Надо все рассказать твоему мужу самим.
Ты что, сейчас с ума сошел? Леночка, хватит обмана. Сам Бог дает нам возможность в лице жертвы разрешить, наконец, эту ситуацию. Ну, это, я не знаю, это так неожиданно, это... Ну, это такой шаг, мне нужно решиться. Леночка, мы будем свободными людьми. Мы, наконец, вздохнем, мы не будем оглядываться. А если мы ему уступим, то мы будем бояться не только твоего мужа, но еще и соседа. Да, это правда, но... Ну, нужно осознать, я как-то прийти в себя не могу. Ай, да жертва. Ну, каков молодец, а? Слушай, я его пойду сейчас расцелую. Милая моя, все, не волнуйся. Надя, это ты, а почему ты к нам не заходишь? Здравствуй, Марлен. Здравствуй, Наденька. Ну, пошли с нами, пошли к нам. Нет, я пришла встретиться именно с тобой. Очень не хотелось бы, чтобы меня еще кто-нибудь услышал. Хорошо, хорошо. Если так будет лучше, давай так и сделаем. Да, мне очень надо с тобой поговорить. Наденька, мне тоже надо с тобой поговорить. Я... Хочешь, пойдем во дворе посидим или прогуляемся, Надь? Ну, нет, давай лучше где-нибудь здесь. Марлин, я пришла сказать, что я не могу больше без тебя. Я вела себя в тот раз как полная дура. Прости меня, пожалуйста. Наденька, ты что, это ты меня прости? Это я вел себя как дурак, как полный идиот, Надя. Я очень много думала над нашими отношениями, Марлин. И я поняла, что ты, наша любовь, она мне гораздо дороже, чем какие-то дурацкие принципы, которые мне всю жизнь долбливала в голову моя мама. Марлин, ты для меня самый дорогой человек. Знаешь что? Если ты еще хочешь, чтобы мы были вместе, я готова. Я согласна, даже несмотря на то, что мы не женаты. Надя, да что ты такое говоришь? Я так счастлив, что ты пришла. Я так соскучился, Надя. Будь моей женой. А? Будешь? А как же та женщина? У тебя же есть другая женщина. Надя, там все, понимаешь? Все, я люблю тебя. Да? Будешь моя жена? Да, буду. Будешь? Конечно, да. Марлен. Да, мы еще удивляемся, что Инну домой калачом не заманишь. Конечно, ей тяжело в такой атмосфере. Ты же каждый день пьян. Я каждый день пью? Тебе не совестно за это вранье? Ой, бедная девочка. Нет, я, конечно, пью каждый день, но у меня еще бывают запои, и далеко не да, каждый день. Да, мне не до шуток. Какого черта ты нажрался сегодня? Ты уже пьешь с поводом, без повода? Кстати, у меня вот сегодня повод есть. Какой? М-м-м. Какой? Нашел шпиона? Пап! О, вот человек ворвался домой, говорит сразу, пап, а ты говоришь, что я ее отводила дома. Пап. Инусь, ну сегодня такой день, а чуть-чуть расслабился, ну совершенно, а вы прямо как собаки на меня со всех сторон. Инна, что ты себе позволяешь? Отец обрадовался, говорит, доченька пришла, а ты прямо с порога таким тоном. С тобой вообще никто не разговаривает. Да как ты смеешь? Как же мы можем не вмешиваться в твою жизнь? Если ты совершенно не умеешь себя вести, как же мы с отцом можем в нее не вмешиваться? Да. Неужели вам все мало? Вы еще решили дядю Сережу сюда припутать? Что? Дядю Сережу? Да мне все известно. Что известно? Пап, тебе не стыдно? Я от тебя этого не ожидала. Мама, значит, подговаривает участкового, а ты подсылаешь дядю Сережу к Юлику. Что, Мазаев был у Юлика? Ну, может, хватит притворяться? Вот, это ты его послала? Так тебе же ни за чего нет дела. Подожди, стоп. То есть ты... Подожди, вы что, меня разыгрываете, что ли? Ну, это же бесполезно, это все шито белыми нитками. Папа, это ты подослал дядю Сережу к Юлику. Я кого, я куда подослал? Я ничего не понимаю. Мазаев к Юлику ходил. И сказал, что он его задушит. Что? Ничего себе, вот это поворот. Ну, ничего более умного он не мог придумать. Я-то думала, что дядя Сережа нормальный человек, он просто идиот какой-то. Так говорить о Мазаеве.
Он, между прочим, воевал. Он отцу, между прочим, жизнь спас. У него в подчинении целая академия. Он с министром обороны говорит по прямому телефону. А в жизни он просто идиот. Да неужели? Что нет? Нет, здесь, конечно, идиотизм немножко попахивает, естественно. Но я никак в голову не могу взять. А он, с какого бока он влез в это дело? Это ж, ты его позвал, что ли? Ты пригласил? Что мы будем сейчас про девочки, что ли, это выяснять? Нет, ты? Ну, даже если я. То есть ты? Мам, как ты могла? А почему ты со мной не поговорила? А я тебе, между прочим, 100 раз просила. Ты же ничего не делаешь. Вот я и попросила Сергея. Пап, подожди, так ты ничего не знал об этом? Нет, моя золотая, нет. Прости, знаешь, конечно, что я тебя накричала. Нет. Я вообще понимаю. Иди, моя хорошая, спать. Иди. Мы с мамой тут побеседуем. Слушай, пап, я тебя умоляю, поговори с ней, потому что я больше не могу. Хорошо. У нас каждый разговор заканчивается дракой. Хорошо. Побеседуем мы с ней. Алло, дядя Миша? Здравствуйте, это Илона. Не торопитесь звать Надю. Я вам звоню. Угу. Да. Угу. Вам неудобно разговаривать. Хорошо. Хорошо, я перезвоню. Да, очень хорошо, что поняла. Все. До свидания. Кто-то звонил. Да это мне с работы. С работы? Угу. Женским голосом? Кто она? Это машинистка. Господи, делает со мной работу и никак не может сама разобраться ни в чем. Это бестолковая. Что-то ты очень быстро с этой бестолковой разобрался. Галя. Что? Ну, в конце концов, прекрати этот допрос. Это неприлично уже. Смотри, Миша, я этот возраст знаю. Седина в бороду без ребро. Я тебе когда-нибудь давал повод к ревности? Пока не давал. Мой отец в твоем возрасте завел себе любовницу. А потом и вовсе мать бросил. Знаешь, нельзя всех мерить одним аршином. Это мама моя была такая безвольная и слабая. А я не такая. Узнаю что-нибудь, я тебя... Ты могла бы меня предупредить, если просишь посторонних вмешиваться в жизнь моей семьи. А Сергей не посторонний. А ты, между прочим, даже не захотел узнать для меня адрес Лейтмана-старшего. Но я же отец Инна, а не да, Сергей. Ты отец на словах. Девчонка гибнет, а ты даже брови не ведешь, чтобы как-то ей помочь. Ты, между прочим, не думаешь о ней? Так подумай хотя бы о своей карьере, потому что у тебя, между прочим, тоже могут начаться неприятности. О моей карьере не надо говорить. Я хочу, она его любит. Да, она его любит. Любит. Какая еще любовь? Она же еще не смышленыш. У нее она потом одумается, поздно будет. А что я могу сделать, интересно? Я хочу, чтобы она была счастлива, и все. С кем? С кем с этим тунеядцем? Моя дочка. Как она может быть с ним счастлива? Да она вот такого его, такого, как он есть, любит. Да она его любит. Она его любит. А вот ты ее не любишь, потому что ты не настоящий отец. Я не настоящий отец? Подождите. А кто тогда настоящий? Да ты что, с ума сошел? Я просто так запали. Я к тому, что настоящий отец убил бы к чертовой матери. Вот что. Слушай, Даша, ты вообще как... Ты соображаешь, что ты говоришь? А? Даша. Да нет, ну ответь-то мне, я ничего вообще не понимаю. Если бы у тебя была отдельная квартира, у нас вообще не было бы почвы для этой чудовищной ситуации. Лена, ну не нужно драматизировать. Все будет хорошо, я тебя умоляю. Ты только не нервничай. Я приходила сюда, и мне казалось, что нет спокойнее места на земле. Ну нет, ничего трагического в этой ситуации. Я думаю, что все к лучшему. Если бы не Жердев с его шантажом, мы бы долго ни на что не решились. Так мы же ни на что еще не решились. Как? Ты же обещала подумать. Я подумала. Ну и что? Я подумала, и я решила...
Я думаю, что нужно заплатить ему деньги, перестать встречаться в этой квартире и для наших свиданий снять какую-то другую. Господи, ты опять за свое. Да ты же уже почти склонилась к тому, чтобы поговорить с мужем и уйти от него. Я не могу, я боюсь, это очень серьезный шаг. Это очень для меня серьезно. Ну, представь себе, я тоже серьезно отношусь к этой ситуации. Иначе я не предлагал бы тебе такого варианта. Да, но тебе легко. Тебе не нужно бросать человека, с которым ты прожил 20 лет. Да неужели же тебе приятно вести двойную жизнь, продолжать обманывать мужа? И то плохо, и другое плохо. Пригласите, пожалуйста. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравствуй, Юра. Что, проходи. Только извини, ремонт вторую неделю. Ничего. Спасибо, генерал. Чем обязан? Сережа, а я ведь к тебе ругаться пришел. А что случилось, Юрий Владимирович? Да как-то удивил ты меня неприятно. Недавно. Даже разозлил, я бы сказал. Разозлил? Так мы же с тобой, по-моему, в последнее время не встречались. И чем же я тебя разозлил? Зачем ты лезешь в мои семейные дела? Сергей Никитич, не посоветовавшись со мной, Инкиному парню хвост прищемил. Ты об этом? Да об этом, об этом. А что, у тебя еще есть какие грехи? Ну, конечно, Леночка. Для того, чтобы уйти от мужа, это надо сделать усилие. Я понимаю. Не могу, я боюсь этого разговора. Ты должна принять решение, а потом почувствуешь облегчение. Да. Когда главные слова будут сказаны, мне будет легче. Конечно. Я только не представляю, как я смогу заикнуться об этом. Мне кажется, я не смогу даже в глаза ему посмотреть. Потом это же может помешать его карьере. В своей карьере он уже кое-чего достиг. И потом, он не дипломат, прости меня. Да, я понимаю. Я все понимаю. Не могу, мне очень тяжело, мне очень тяжело. Леночка, мне кажется, карьера – это предлог, который ты себе выдумала. Да, наверное, может быть. Засело это у меня где-то на уровне подсознания, все. Ой, это подсознание, модная теория. Когда его не было, так все было гораздо проще. Но подсознание-то все равно было. Да черт с ним, с этим подсознанием. Ну хорошо, допустим, что ваш развод хоть как-то повредит его карьере. Ну и что? Ну что, что тебе всю жизнь теперь быть несчастной? Ты о себе подумала? Обо мне ты подумала? Я о тебе думаю, я о тебе все время думаю. Но тебе-то легче. Побывал бы ты на моем месте. А ты что, предпочла бы, чтобы твой муж умер от рака? Прости меня. Во всяком случае, я от своих грехов не отказываюсь. Но тебе честно скажу, попросила меня Даша.
переговорить с этим парнем по-мужски. Ну, не мог же я ей отказать. Ну, у Дашки-то муж есть. А у Инны отец, который тоже может поговорить по-мужски. Или ты об этом забыл? Да нет, не забыл, но я ведь тоже в вашей семье человек не совсем чужой. И когда Даша ко мне обратилась, ну, я счел возможным высказать этому прохвосту свое мнение. Да я понимаю, что Дашка на тебя насела. Ну, ты как бы, мне бы хоть что-то надо было сказать. Посоветовались бы. А то вы же все как-то обстряпали все за моей спиной. Ну, ну как? А я с Инкой говорю, ну, выгляжу полным же идиотом. Я ведь все-таки отец, я отвечаю за каждый ее поступок, за все, что с ней случается. Она сразу ко мне прибежала. А я рот открываю, как рыба. Ну, я же ничего не знаю. Сергей. Прости. Да не, ну... Ну, прости, ну, виноват. Подвел просто. Друг называется. Ах. Я тебе удивляюсь вообще. Черт, действительно. Конечно, нужно было сначала с тобой посоветоваться, поговорить. Но Даша так расстроена всем этим делом, что меня сбила с толку. Ну, ты же знаешь, она как ураган, все сметает на своем пути. Да знаю это все. Ладно, забыли. Спасибо. Замяли. Да, у врача был? Спасибо за рекомендацию. Ну как? Посмотрели тут анализы. Обнаружилось такое. Что, серьезно что-нибудь? Да не так серьезно, как... Лечиться надо серьезно. Ну так что ж. Так вот лечусь у вашего этого Лейтмана. Да, кстати, как он? Хорошего врача сразу видно. По носу. За версту. Юра, по-моему, ты что-то не договариваешь. Да нет, все нормально. Просто дело такого свойства. Интимного, я бы сказал. Не хочется на люди выносить. Понятно. Ладно. Понятно. Серега. Все хорошо. Ладно. Попросил. Счастливо, Серега. Всего. Давай. До встречи. Прости меня, я не должна тебя все время попрекать, что ты свободен, а я нет. Ну, что тебя останавливает, кроме страха и привычки? Ты боишься из своих хором переехать в коммуналку, боишься бытовых проблем. Так я тебе обещаю, что я решу их в ближайшее время. Ну, зачем ты говоришь это? У нас будет отдельная квартира. Ты знаешь, что я не занимался этим, потому что не для кого был. А сын? Сын. Ему это не нужно. Он презирает подобные вещи. У меня не было стимула. А сейчас он появился. Вот он стоит передо мной. Да я сейчас горы могу свернуть. Ну, в любом случае, у тебя будет отдельная квартира. Нет, Лена, только не в любом случае. Никакого любого случая. Случай только один. Если ты уходишь от мужа, я получаю квартиру, и мы будем жить вместе. Среди моих пациентов много людей из Моссовета. Мне стоит только слово сказать. Ну, я же тебе давно уже об этом говорила. Вот. Я этим и займусь в ближайшее время. Очень хорошо. Только скажи, что ты уходишь от Мазаева. Боже мой, но ведь дело-то же совсем не в квартире. Этот врач, знаменитый гомеопат-травник, он уже многих людей на ноги поставил, и в том числе с твоим диагнозом. Вот, Коська, это нам просто повезло, что он берется за тебя, понимаешь? Но самое главное в этом деле – это терпение и вера в то, что у нас все получится. Я в это не верю. А я верю. Не мешай, то порежу. Коть, понимаешь, ты должен поверить. От тебя зависит успех всего нашего дела. Ты должен поверить и встать. Ты будешь пить эти капельки, эти горошки. Сначала по чуть-чуть, а потом по той схеме, которую он нам даст. Не буду я пить. Будешь, Коть, будешь. Господи, ну почему я не разбился насмерть? Я сейчас ничего не слышала, то, что ты сказал. Ты понял? Коть, милый, я же сказала, от тебя зависит, понимаешь, от твоей веры и надежды.
Я ничего не буду пить. Я ни во что в это не верю. Это все бесполезно. Ты сама прекрасно этого не понимаешь. Тебе кажется, что ты делаешь мне хорошо, когда вот так нянчишься со мной? А мне от этого только хуже. Ты какой ты дурак, а? Ты мне нужен, нам. Кому это нам? Тебе и Петьке, чтобы упражняться в благородстве? Нам это мне и нашему будущему ребенку. Я беременна. Ты беременна? Да. Ну же, торжествуй. Котика. Ну, ты видишь, какая я молодец, а? И ты должен быть молодцом. Ты же так хотел малыша, и вот он у нас теперь будет. Какой у тебя срок? 8 недель. Небольшой срок. Ну, я просто не хотела тебе раньше говорить. Не получалось. Да, когда-то мы с тобой мечтали о малыше. Но теперь слишком много изменилось. Так ты что, не рад? Я? Боже. Да. Никогда не думала, что ты вот так вот отреагируешь. Лен, ну нельзя быть такой размазней. Я понимаю. Я размазня. И мать мне всю жизнь это говорила, и папа тоже. Ну, неизвестно, какая дочь для них оказалась лучше. Нет, ты замечательная. Только ты нерешительная. А время идет, Лена, у нас жизнь одна. Ты прав, прав. Я трусиха, я не могу формировать обстоятельства, и жизнь мне складывается вот не так, как бы мне хотелось. Слушай, а чего ты боишься? Ведь у тебя же есть я. Я же тебя от всех спасу. От всех ты меня спасешь, кроме меня самой. От моих этих дурацких и детских представлений о том, какая должна у меня быть жизнь. С детства мне внушали, что развод – это плохо. Я твердо уверена, что моя жизнь, моя семейная жизнь должна быть очень хорошей. Семья у меня должна быть крепкой, дружной. Я давно уже понимаю, что моя семья никакая не дружная и не крепкая. Я продолжаю сохранять ее и верить в это. Слушай, Лена, я тебе предлагаю, ты, уходя от мужа, выходи за меня замуж. У тебя будет дружная, крепкая, здоровая семья. Мы будем жить долго-долго. Мы умрем в один день. Хорошо тебе, ты шутишь. А мне что делать? Скажи мне. Что мне делать? Как мне жить? Да если бы я не шутил, мы бы с тобой сидели и реки слез проливали. Да. Я не брызжу оптимизмом, это правда. Вообще неизвестно, за что ты меня любишь. Может быть, ты вообще не смог бы со мной ужиться. А Сергей вот меня терпит уже много лет. Я тебя прекрасно знаю. Я знаю все твои недостатки, все твои достоинства. Я люблю все твои недостатки и достоинства. Ну, вспомни, вспомни, какой ты была в Сухуми. Ужасный. Какая депрессия. Но мы же с тобой победили. Наша любовь вернула тебя к жизни. Ты прав, я неблагодарная. Как я смею тебя в чем-то попрекать? Ты очень хороший, ты самый лучший, ты самый любимый. Я тебе обещаю, я все расскажу Сергею. Я тебе обещаю, расскажу ему сегодня. Я тоже никогда не думал, что так отреагирую на известие о моем ребенке. О нашем с тобой ребенке. Ну и что? Ты теперь уже не хочешь ребенка?
Я? Какое теперь имеет значение, чего хочу я? Я никто. Меня нет. Все упадет на твои плечи. Разве тебе нужны двое детей, один из которых никогда не встанет? Так мне что, аборт сделать? Ну? Я не могу тебе этого посоветовать. Да? Тогда зачем этот разговор, а? Возьми себя в руки и перестань ныть. Тогда будет легче тебе, и мне, и нам всем. Хорошо. Я хочу, чтобы ты избавилась от меня. Я не хочу быть тебе обузой. Тем более сейчас, когда ты ждешь ребенка. Достань мне яд. Ты что за бред? Если ты действительно хочешь сделать мне хорошо, доброе дело. Дай мне спокойно уйти из этой жизни. Да заткнись ты! Достань мне яд и выходи замуж за Петра. Слушай, ну ты рехнулся уже совсем, с ума сошел? Нет. Я знаю, он давно по тебе сохнет. Ты думаешь, я не вижу? Он ребенка нашего воспитает. Твоего ребенка. А потом вы родите с ним своего ребенка. У меня вообще дела до него никакого нет. Я тебя люблю, понимаешь? И верю в то, что ты встанешь. Я тебя поставлю на ноги. Ради себя, ради тебя, ради нашего ребенка. Вот ты же понимаешь, что это утопия. Ну так, я тебя слышать не могу уже. Пусть попроси. Прости меня, прости. Понимаешь? Но ведь тут самое же главное, чтобы ты верил в то, что ты встанешь, понимаешь, ты. Это нужно мне, мне это нужно, нашему ребенку. Потом я же люблю тебя, я просто умру без тебя. Алло, Мазаев. Сергей, да, это я. Сергей, мне очень нужно срочно с тобой поговорить. Да, это очень важно. Да. Нет, лучше не дома. Понимаешь, есть обстоятельства, по которым я не могу разговаривать дома. Да, ну, я думаю, что ты все поймешь. Мы все увидимся, и я тебе все объясню. Давай лучше встретимся где-нибудь на нейтральной территории. Это очень важно для меня. Что за тайна? Почему нельзя сказать все откровенно? Ну, ладно, хорошо. Давай я закажу столик в ресторане. Договорились, до вечера. Давай говори, что там еще у тебя? У нас такие сведения, что за последние полгода иностранцы, которые легально въехали в нашу страну, у них примет Завьялова не обнаружено. Какой сволочь, а? Они думают, что нас объегорили, а? Ну, черта с два. Этот номер у них не пройдет, нет. Товарищ полковник, вы бы не пили сегодня больше. Хватит. Запах ведь увидит, кто у вас будут очень большие неприятности. Слушай, а стукни-ка на меня туда. Что вы, Юрий Владимирович? А чего? Вот кресло мое займешь. Тебе же лучше будет. Зачем вот так? Слушай, а чего ты лезешь? Это не свои дела. Ну я-то ладно, другие ведь унюхают. Ну и что, и пускай. И что? Имею полное право. Я фронтовик. Ну? Юрий Владимирович, у вас будут очень большие неприятности. Никто не посмотрит, что вы воевали. Неприятности. Кругом неприятности. Все? Ну и что, неприятности? Скажите, у вас какие-то проблемы? Запомни, нет у меня проблем. Нет. И быть не может. Ну, тогда вот не так. Надо пить, хватит. Ты сказал? Иди домой. Товарищ полковник, давайте я вас провожу до дома. Не надо, не давайте, надо. Давайте. Надо провожать, не надо. Я пока еще не девушка. Нет. Давайте, я не хоть от чужих глаз вас укрою. Руки убери. Я хочу остаться один. И? Как знаете. Все.
Дело продвигается с большим трудом. Он сделал для вас документы? Пока нет. Почему? Боится неприятностей. Говорит, занимает важный пост. На нем лежит ответственность, в том числе и за жену. Может быть, вам сейчас самое время напомнить о себе, вашей жене? Елене? Вы с ума сошли. Только в самом крайнем случае. Ну почему? Слабая психика и совершенно непредсказуемая реакция. Она может вообще провалить все дело. Ну, а вы видели ее? Я? Нет, а зачем? Ну, неужели вам не хочется на нее посмотреть? Встретиться после стольких лет? Нет, не хочется. Удивительно. Сами сказали, прошло слишком много времени. И абсолютно другой человек, чем тот, которого она знала, как своего первого мужа. У нее совершенно другая жизнь. Нет, мы просто два чудом сохранившихся осколка чего-то целого. Что, увы, утрачено навсегда. Хорошо, хорошо. Но имейте, пожалуйста, в виду, у нас очень мало времени. В центре ждут реальных результатов. Да я понимаю. Вы должны активизировать вашу деятельность. Я вас понял. Мам. Привет. Привет. Мам. Хорошо, что ты пришел сегодня пораньше. Помнишь, я тебе обещал познакомить с девушкой, на которой собирался жениться? Я помню, Марлен. Ты знаешь, давай еще поговорим. Марлен, я тебя очень прошу, ты взрослый человек. Марлен, ты сам должен заботиться о своей судьбе. Мам, мам, все решено, я решил, я женюсь. Не о чем больше разговаривать. Я специально ее привел, чтобы ты с ней познакомилась, мама. Я не буду с ней знакомиться. Марлен, я не знаю даже, о чем говорить с ней. Мам. Потом, не, я не хочу, я мам, не буду. Мам, я... мам, ну не хочешь знакомиться, не надо. Нет, только взгляни на нее. Только взгляни, нет, и все. Нет, Марлен, я не готова, я не буду, нет. Нет, мам. Нет. Нет, мам. Марлен. И вообще у меня сегодня на сегодняшний вечер вообще были другие планы. Я не могу, я не буду. Мама, ты прекрасно выглядишь, как будто специально хотела встретиться с моей невесткой. Марлен, я не буду, понимаешь? Мам. Я не хочу. Я мигом. Мам, вот эта девушка. Здравствуйте, тетя. Так это же Надя. Это Надя. Мам, ну конечно, Надя, кто же еще? Я Марлен. Надя, боже мой, Наденька, как я тебе рада. Боже мой. Марлен, Надя. Спасибо большое. Я тетя. Поздравляю вас. Я так рада, боже мой. Я мам, так... я счастлив. Я тоже, я знаете, как счастлива. Я... Боже мой, когда же пойдете подавать заявление в ЗАГС? Мам, мы только что из ЗАГСа. Мы просто раньше не хотели тебе говорить. А, так ведь надо уже тогда к свадьбе готовиться. А, я не успею, у меня ничего не готово. Мы успеем, все успеем. Ну да, мам. Конечно, это же через 3 месяца только. Через 3 месяца пятница. Это какой будет день через 3 месяца мам, пятница? Мам, еще неизвестно. Не, почему неизвестно? Ну, вы знаете, потому что в ЗАГСе работает близкая подруга моей бабушки. Она обещала сделать все гораздо быстрее. Вот она уже должна завтра сказать точно. Понятно, когда... хорошо. Очень хорошо. Ну, надо же отметить такой день, так шампанское. У меня же ничего нет. Может быть, магазин. В магазине тоже, может быть, ничего нет. Мама, ну неужели ты могла подумать, что мы об этом не позаботились? Мам. Ой, мне немного. Куда ж так много? Я буду. Мама? Ничего, ничего. Сегодня же мы можно. Мама? Ну? Поздравляй нас. Ну, дорогие мои,
Мама! Подожди! Мама! Ну что случилось, мам? Ой. Что, болит, да? Какой кошмар. Ну, зачем так напрягаться? Ты же теперь даже писать, наверное, не сможешь. Да это ничего. Ерунда. Это мужики предупреждали, что пройдет. Мужики? Угу. Какой кошмар. Прекрасные ребята. Между прочим, у меня масса впечатлений. Что у тебя болит-то? Да все тело. Ой, все мышцы ноют. До самой малюсенькой, масенькой мышечки. Ну, и что делать теперь? Эти мужики-то хоть тебе сказали? Как лечиться-то? Да, это же не болезнь. Надо претерпеть, и в следующий раз будет легче. Просто результат мышечного труда. Это как если бы я вдруг начал заниматься спортом. Слушай, а может, отцу твоему позвонить? Он все-таки доктор. Не вздумай, он меня засмеет. Все, больше не пойдешь никуда работать. Ну, зачем ты так напрягаешься? Понял? Прости. Обойдемся как-нибудь без твоих заработков. Да. А кто же будет работать? Все-таки разгружать вагоны – это какой-то заработок. Ничего. При относительной свободе. Раньше же как-то жили. Раньше. Раньше не считается. Началась новая жизнь. Серьезно? Я что-то даже не заметила. Алло? А можно попросить доктора Лейтмана на операции? Да, извините, пожалуйста. До свидания. Добрый день. Это Елена Мазаева. Генерал Мазаева, пожалуйста. А, уже уехал, да? Ну, извините. Нет-нет, спасибо. Боже мой, как я рада, что все так мирно закончилось. Спасибо. Мне все время кажется, что я еще сплю, вижу хороший сон. И не хочу просыпаться. Я тоже очень рад, что Марлен наконец образумился. А Мишка как будет рад, а? Мне всю плешь проел их ссоры. Каждый день заводит разговор. Да, я тоже. Я каждое утро просыпалась и думала, что случилось что-то ужасное с Марленом. Да, и чуть не довела себя до очередной хандры. Нельзя же так близко принимать все к сердцу. Нельзя, я знаю. Я знаю, что нельзя, но надо вообще относиться к жизни легче. Да. Ты ведь понимаешь об этом только, когда страшное позади. Да, правильно. Я, знаешь, я очень рад, что Марлен наконец взялся за... Это, конечно, ты была права. Нужно было его атаковать этими разговорами. Наши атаки дали плоды. Ну вот видишь, я же тебе говорила. Как хорошо. Поздравляю тебя. Я тебя тоже поздравляю. Спасибо. Так, а о чем ты хотела со мной серьезно поговорить? Ну, как о чем? А, так это что? Есть вот тот серьезный разговор, о котором ты мне говорила по телефону? Ты считаешь, что он недостаточно серьезный? Нет, отнюдь. Но зачем же нужно было наводить тень на плетень? Мы об этом могли прекрасно поговорить дома. Нет, мы не могли поговорить дома. Потому что мне надоело быть дома все время. Понимаешь? Я хочу куда-нибудь выйти, нарядиться. Ну, просто пройтись с мужем. Ах ты моя бедная, бедная жена. Такая бедная. Совсем мало уделяю внимания. Сидишь в четырех стенах одна, денешенька. Да, да, между прочим, это правда. Да, да, ты права. Да, ты все время на работе или с друзьями на футболе, а я всегда одна. Ты права, ты права. Я, конечно, ужасно веду себя, я свинья. Я не прав. Сереженька, ну расскажи мне теперь, что с тобой случилось? Ты что, чумел? В чем дело? Ты что, оглох? У тебя радио орет на всю Ивановскую. Я у себя в доме. Это же голос Америки. Нужно же быть хоть немножко поаккуратнее. У тебя дочь. Я имею полное право. Я понимаю, что ты полковник КГБ, но все равно могут стукнуть. Я сам с этим разберусь. Ответь мне, где она? Там же, где обычно у этого своего Юлика. Гадалки не ходи. Я нового ничего не ожидал услышать. Конечно, ты же палец о палец не хочешь ударить, чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию. Я не это хотел сказать.
что же? Что яблоко от яблони падает недалеко. Ну, ты говоришь загадками, я не намерена ломать над ними голову. Ты имела много любовников или только одного? Какие любовники? Что за пьяный бред? Я пьян, но я хочу услышать ответ на свой вопрос. Я уже все сказала, я не намерена продолжать эту тему. Подожди! Зачем ты вышла из меня замуж? Ты меня никогда не любила. Протрезвеешь! Так и говорим. Стоять! Что же? Да ничего со мной не случилось. Ты же что-то скрываешь? Что? Ну что я скрываю? Что? Вот я тебя и хочу спросить. Что? Да ничего я не скрываю. Ну как? Сначала я думала, что ты болен. Да здоровье. Ну, а теперь понятно, ты не болен. Ну так что с тобой тогда? Ты постарел, осунулся. Ты почти перестал со всеми разговаривать. Много работы. Ну как много? У тебя всегда было много работы. Сереж, правда, у нас ведь были времена и похожие. Но у тебя как-то глаз горел. А теперь тусклый. А может, это просто возраст? Ну. Может, я просто не молодею же я? Это ты у нас. Всегда замечательно выглядишь, цветешь. А вообще никогда не стареешь. Спасибо, спасибо. Ну так скажи все-таки, что происходит? Так. Значит, это и есть вот тот самый серьезный вопрос, который ты имела в виду. Ну, считай, что да. Давай выпьем шампанское. Нет, я не могу. Я уже сегодня пила с Марленом и с Надей. Ну, сейчас выпьешь со мной. А, я знаю, ты хочешь меня напоить и уйти от ответа, так? Да, я тебя очень хочу напоить. Ведь событие-то какое. Вообще, как бы мы не ссорились с Марленом, но я ведь желаю ему счастья и очень рад за него. И за тебя. Ты что, я что-то не пойму, а куда ее всовывать? А? Чего? Наверное, сюда. Вчера получили из Японии целую партию. А инструкции нет ни одной. О, мама, папа, только не падайте. Папа, сядь. А что случилось? Я выхожу замуж. О, как? Садись, садись, мам. Надеюсь, за Славика? С какого Славика? Мама, за Марлена, за Марлена! Господи, доченька, ну какое счастье. Ну, поздравляю. Наконец-то он мне сделал предложение, мы сразу же решили пожениться. И ты ему простила все? Да, мама, простила сразу же. Я его так люблю. Мама, мама, я его так люблю. Значит, поманил тебя пальчиком. И все уже, да? Галя, ну перестань. Такой замолчи! Радостный... У тебя нет никакой девичьей гордости. Папа, Боже мой, кого мы воспитали? Мы воспитали замечательную, талантливую девочку. Мам, я с твоей девичьей гордостью до гроба останусь старой девой. Лучше остаться старой девой, чем быть проституткой. Мам, ты уж совсем. Галя. Как ты со мной разговариваешь, а? Ну, Галя, дети поругались, потом помирились. Ну, не надо драматизировать. Поругались, помирились. Между прочим, у него там была другая баба. Ну, даже если и так, то сейчас он выбрал Наденьку. Вообще, он сказал, что у него там все. Что он любит и всегда любил только одну меня. Ну, как вы не понимаете, дураки вы. Если он изменил один раз, то изменит второй и третий. Навыкаешься ты с ним. Помяни мое слово. Ой, типун тебе на язык. Давайте лучше тяпнем. Ой, нет, я больше не могу. Я уже так сегодня напилась. Шампанского с Марленом и тетей Леной. Ну и нам надо отметить это событие. Папа, что это с тобой такое случилось? Ты же вообще не пьешь. Действительно, что ты раздухарился? Я тоже пить не буду. Это не праздник для как? Меня. Ну такая радость. Мам, как тебе не стыдно? Ой, ладно, девочки, вы как хотите. А у меня сегодня счастливый день. Я тяпну рюмочку коньяку. И я с тобой, пап. О, тяпну. Доченька, давай. Давай. За твое счастье, девочка моя.